Всех приветствую, вижу Train Sim World 2 вам понравился. Ну что ж, продолжим дальше на грузовом поезде выполнять маневровые работы. У нас 9.40, утренние маневры в сортировочном парке. Нам нужно будет отсортировать вагоны. Теперь уже задача посложнее. Не то что пристыковать и отвезти, а придется еще отстыковывать несколько вагонов, оставлять их, потом ехать, стрелки переключать. И в этом видосе я ценю ваше время. В некоторых моментах я вставлю таймлапсики. Вы мне потом, если что, напишите именно в комментариях, как вам, понравилось, не понравилось, потому что можно так существенно сократить именно видос, допустим, с часа до 20 минут или 30 минут, и выглядит все это красивенько. В общем, отпишитесь, если что. Если не понравится, тогда буду полноценно все оставлять так, как есть, хорошо? Так, поехали, значит. Делаю все, как вы мне писали в комментах. Угу, смотрите. Значит, это берем. Вот сюда, вот это берем, значит, ставим грузовой режим, здесь отпуск нормально, это, значит, ставим ведущий или холодный, здесь, значит, мы генератор включаем, тут, значит, извлекаем реверсную рукоятку, ставим ее пока не на нейтралочку, тут все нормально. Освещение пока не буду включать, освещение нашел вот здесь включается, вроде пока не нужно, вроде пока все видно. Так, здесь я все завершил. Идем теперь во вторую локомотив. У нас же сцепка из двух. Выходим. Так, пока дверь не буду закрывать. И идем во второй локомотив. И там ставим у нас ведомый. Также ставим тормоза на грузовой, как вы мне писали. И все остальные финтиклюшки. Ай, блин, я забыл там поставить тормоза. Он сейчас покатится. Он уже катится. Ах, ладно, ничего страшного. Думаю, сильно быстро не покатится. Так, залазим. Тут, значит, ставим. Где у нас получается? Вот они, наши тормоза. Грузовой. Давай вот это вот поставим. Отпуск, чтобы ты нам не мешал. Здесь, значит, ведомый ставим. Ну и, в принципе, если что, можно просто включить вот так вот. И поставить его на нейтралочку. Все. Здесь, в принципе, все. Выходим. Переходим теперь наш... Ой... Открыть двери. В наш главный именно локомотивчик. Текс, текс, стой, стой, стой. Я думаю, ты не укатишься сильно, не? Катится, катится, катится. Так, поехали, значит, в наш главный локомотив. Текс. Интересно, а на одном нем можно будет поездить? Именно на не на сцепке. Там вроде бы он сейчас заведенный. Он сейчас заведенный. Когда он заглушенный, нужно там выходить, открывать. Я смотрел. И заводить его вручную, там насос включать, этот, короче, тоже нормальная тема. Здесь все настроили, здесь, в принципе, ничего делать не буду. Теперь смотри, включая путь, просматриваем, дабы у нас тут все нормально было. Тут норм, здесь нормально, здесь поворачивают, здесь, а, ну, да, я посмотрю точно стрелку, нормально. Здесь переехал, и мы подключаемся со счета. Не-не-не, вот тут вот стрелочка. Вот так должна быть. Еще раз перепроверю. То мы сейчас будем ехать, а вам как раз это все будет в таймлапске будет, как я еду. Так, тут нормально, нормально, нормально. Все, норм. Теперь ставлю вот так вот для красоты вам камеру. Это приблизительно вот так вот. И потихонечку мы едем. Давай, может, немножко вот так как-нибудь сзади. Вот так сбоку, и поехали. Сейчас потихонечку буду регулировать и ехать. Он сейчас накачком едет. Подъехали мы к месту стыковочки. Давай сейчас тут помалеху. Так, так, так. Стой. Холостые обороты. Ну, я не знаю, где-то, наверное, вот так вот нормально будет. Давай еще посмотрим, как они состыкуются. Рукоятка реверсионная вперед. И поехали потихоньку на тяге. А, я тормоза забыл снять, да?
Да, все, сейчас тормоза сниму. И погнали. Давай потихоньку на ней травочку. Вот так. Потихонечку. Помаленечку. Давай тормозим. Еще чуток. Давай. Я помню, я в тот раз как бахнулся, так бахнулся. Все, хорош, прицепились. Давай теперь посмотрим. Здесь, значит, нам нужно назад поставить. Тут вроде бы все нормально, тут норм. Давай посмотрим, куда нам теперь ехать. Так, нам теперь нужно ехать назад. Ага. На вот этот путь. То есть на тот же самый нам нужно выехать, где мы были. Сейчас перепроверяю стрелочки. Вот стрелка неправильно. Кликаю на нее мышкой. И зашел я на девяточку в меню. Я уже записывал, как это делать. Все, здесь перепроверили. Здесь нормально. Давай, значит, с вот этой вот стороны. С задней. С задней. Или вот так вот. Нет, с задней. Вот так вот, сзади, со стороны. И погнали. На таймлапс. Так, остановились. Куда нам там дальше? Давайте сейчас быстренько посмотрим. Мы, значит, возвращаемся назад. И там вроде бы по ТЗ. Такс. Нам нужно будет отцепить парочку вагонов, если я не ошибаюсь. Давай сейчас точно посмотрим. Так, где у нас получается расписание? Да, вот мы сейчас возвращаемся назад. И 4 вагона отсоединяем. Ну, хорошо. Хорошо, я согласен. Давай вот под таким ракурсом сейчас назад их гоним, и там уже потом, когда остановлюсь, выйду, отсоединю. Ну что, поехали в кабину. Такс, тормоза я поставил, все нормально. Давай теперь отпустим, накачай пока воздух. Вот что ты сидишь, скажи мне. Вот пошел бы, отцепил бы вагоны, а? Ну вот помощник, вот нахрена ты здесь? Вот, давай выходи. Спускаемся. Где там нужно отцепить? Вон там вот, бежали. А я ж не думаю, на тормоза не нужно вагоны ставить. По правилам поставим как нужно. Там на тормоз и потом на этот. Хотя стой, если я поставлю на тормоз, а вдруг мне его придется забирать. Не буду ставить на тормоз, наверное. Не буду. Давай просто вот так отсоединим. Все, больше ничего не нужно нажимать. Вроде бы ничего. И поехали. Там вроде бы теперь нужно опять его назад отбуксировать. Задача выполнена. Остановитесь в указанном месте. Опять, наверное, то же самое место нужно ехать. Сейчас посмотрим. Так, залазим потихоньку. Эх, ты лентяй-то, зарплату вдвоем получаем, да? Работает один? Лысый. Так, заходим, значит, сюда. Открываем и перепроверяем маршрутик. Тут нормально, здесь выезд нормально. Здесь, в принципе, все нормально. Просто нужно выехать сейчас на изначальную точку. Ну, окей, раз выехать, то выехать. С окна, в принципе, тут смотреть нечего, да? Давай, значит, поедем так, как нужно. Вот так вот. Все, отцепляемся и едем.
Так, отлично. Смотрите, я, короче, решил делать следующим образом по расписанию действий. Вот сейчас нужно отцепить 3 вагона. Потом, смотрите, сейчас по расписанию посмотрим чуть дальше. Нам опять нужно будет в указанную точку двигаться, потом с указанной точки опять куда-то двигаться, и потом уже опять же отцепить 3 единицы подвижного состава. Вот это вот где движение будет, я опять таймлапсиком сделаю. Отпишитесь, обязательно отпишитесь, нравится вам или нет. Так, Т, теперь пошли в кабину. На тормозах стоит? На тормозах стоит. Все, поехали отцеплять. Ну вот че ты сидишь-то? Открываем дверь. Эх, поехали. Ё-моё, вот машинисту еще делать нечего, да? Бегать туда-сюда, цеплять, подцеплять. Сидит там, значит, семочки щелкает. Так, все, значит, отцепить, все, готово. Возвращаемся назад, и в принципе сейчас то же самое движение будет. Отъезжаем на место назначения, едем в этом постоянно, и последние 3 вагона, которые у нас есть, отцепляем. И потом, вроде бы там по расписанию, если я не ошибаюсь, нужно будет подцепить 15 вагонов. Мне вот интересно посмотреть, когда 15 вагонов мы подцепим, как оно будет. Так, все, я сейчас быстренько вам делаю хороший ракурс, и мы едем. Готово. Поехали в кабину. Если я не ошибаюсь, нажатием клавиши Ctrl-S, русская, мы отцепим. А сколько у нас получается сейчас? 5. То есть 2 голова, да, и 3 вагона. Нам нужно отцепить 3. Давай, Ctrl-S. Разблокировано. А ну давай сейчас назад теперь. Теперь не нужно назад. И давай потихонечку. 1, 2. И потихонечку снимаем тормоза, потихоньку, потихоньку. Что у нас там получается? Не! Не, не. А чё же она разблокирована пишет, а все равно. А ну сейчас Ctrl-S еще раз. Разблокирована. Может вот так вот, а как там? Заблокирована. Вот, разблокирована. А ну давай сейчас еще разок попробую. Так, 1, 2. Тормоза снимаю. О, все получилось. Все нормально. Видать, неправильно первый раз нажал. Так, хорошо, отлично. Сейчас мы потихонечку скорость еще сбавлю. Вот так, на 1 сбавлю. Смотри, сейчас я посмотрю, какой у нас тут маршрут. Значит, мы возвращаемся опять назад на исходную, где были. И потом мы должны будем забрать 15 вагонов. Смотри, на указанную точку, и когда буду подсоединять 15 вагонов, тогда там уже остановлю таймлапсик, посмотрим, как оно все будет происходить. Вот, а тут заданий, смотри, еще сколько много. Накатаемся вдоволь. Ну что ж, подъехали мы к пункту назначения. Давайте с вот такого вот ракурса попробуем состыковаться. Там у нас 15 вагонов. А ну-ка, 1. Тормоза потихонечку отпускаем, отпускаем, отпускаем тормоза. Вот так вот. И поехали. Теперь давай тормоза. Вот так. Не видно нифига. Давай еще чуток. Оп. Где там не видно? Чуть-чуть.
Хе. Слушай, от первого лица, конечно, сложновато. Все, есть. Я готова. Все нормально. Состыковались. Да, я хочу посмотрю, насколько ты большой. Ну, пу-пу-пу-пу-пу. Ну, пу-пу-пу-пу. Прилично длинный. Ну, 15 вагонов, конечно. Смотри, сколько. Это сейчас их всех сортировать нужно будет. Ладно, понял, принял. Давай сейчас потихонечку будем сдвигаться. Сразу сейчас по расписанию посмотрим, что там нам нужно сделать. Значит, нам нужно вернуться к месту назначения и потом сдать и прицепить. Ну, короче, три вагона отцепить. Потом три, потом... А в смысле 11? Интересно. Потом туда. Ну, давай сейчас посмотрим. Сначала сдаем в ту сторону. Вперед. Вот так посмотрим на него, как он ехать будет. И потом уже разберемся. Прицепить к составу три вагона. Есть. Что там у нас теперь? Теперь нужно отцепить 11. Но это в кабину нужно идти. Так, на тормозах стоит. Все, стоит. Выходим. Ой, помощничек. Вот. Не знаю. Зачем ты там сидишь? А? Если бы можно было, так бы в игре нажал на кнопочку, и помощник пошел бы отцепил. Нет же, ты идешь отцеплять. Скорее всего, я думаю, в реале совсем не так все происходит. С рации ходит на сортировочный помощник, который говорит, как где что отцепить, как газовать. Так, я правда не знаю, как все должно там быть. Ну, я думаю, в комментариях, если кто работает на таких сортировочных, мне скажет. Все, я отцепил. Теперь мне нужно там вроде бы, давайте сейчас посмотрим, отцепить 11, в указанное место ехать, я так понимаю, опять в ту же самую точку, потом вернуться назад, и там вроде бы нужно еще подцепить парочку вагонов, или отцепить, сейчас разберемся там, не хочу в расписание заходить. Все, сейчас залазим в кабину и поехали к пункту назначения. Все бы хорошо, если бы только не вылазить с кабины, вот это, не знаю, вот... Туда-сюда сбегать с кабины меня как-то не нравится. Все, погнали на пункт назначения. Так, ну что ж, прибыли. Что у нас там по заданию? Отцепить 4 единицы, да? Отцепить снова. Да что ж ты подсказываешь? Что ж ты? Пойди отцепи, а? Ну что ты сидишь? Ну пойди. Козел, блин. Ладно. Где там нам нужно отцепить? Жалко, что удаленно нельзя отцеплять. Или все-таки можно удаленно отцепить? Не, удаленно нельзя. Не. Нельзя взаимодействовать, к сожалению. Или можно? Ну, сейчас, подожди. Я мне просто интересно, можно или нельзя? Не, ничего не написано. Удаленно нельзя отцепить. Плохо. Плохо. Что сказать? Так, сейчас прощемимся здесь. Где нам нужно? Вот здесь, да, получается, отцепить. Так, разблокировать. Все, отлично. И возвращаемся назад. Что там нам нужно нам? Вроде бы я по расписанию смотрел. Нам нужно сейчас уехать, потом подцепить... трешку вагонов и 6 отцепить и уехать опять на пункт назначения. Так, заходим. Этот у нас лентяй, который ничего не делает, сидит постоянно. Все, да, в указанное место двигаться. Поехали, значит, в указанное место.
Что-то я не понял, чего оно не прицепляется. А ну сейчас через восьмерочку попробую посмотреть, что там вообще происходит перед тем, как выходить. Это ж не баг, оно ж не может забаговаться. Не пойму, тут что заблокировано или что? Если честно, я не пойму, почему оно не прицепляется. Ну, походу, что-то где-то заблокировано. Так, сейчас я с кабины, наверное, назад что-то отъеду. Так, назад. Давай на единичку. И снимаем с тормозов. Чуток назад. Вот так. Все, ставься на тормоза. На тормоза ставься! Во! Все, есть. Пошли сейчас посмотрим, что там такое происходит. Ну, пошли глянем. Так, что у нас тут за проблема, не пойму. Наверное, скорее всего, здесь. Заблокировано. А почему? Разблокировано. Это что, мне каждый раз придет? Заблокировано. Разблокировано. Не понял. А здесь? Разблокировано. Но оно же автоматически-то наверх поднимается-то. Заблокировано. Разблокировано. Ладно, сейчас пойду в кабину, попробую цепануться. Давай сейчас помаленьку вперед сдавать. Что-то я не понял, что за проблема. Так, первое. Сейчас снимаю, значит, с тормоза. И поехали на первой потихонечку. Потихонечку. Ну. Еще. Все? А, все. А что тут такие баги бывают? Тормози, тормози, тормози. Все, ожидание. Подождите немного, жду. Представа. Отцепить 6 вагонов. Ну пошли, сейчас отцепим. Так, встаю. Так, подожди, куда это вставать? У меня получается 8 сейчас на данный момент. Это получается 2 моих головы. Да, правильно, и 6 вагонов. То есть, не, сейчас все, что нужно сделать, это Ctrl. Вот так. Разблокировано. Все, да, ожидание. Все, норм, даже выходить не пришлось, то уже задолбался ходить. Сейчас должно по ТЗ у меня быть, да, задача выполнена к указанному месту, поехали. Оказывается, это было последнее задание. Мы, значит, все выполнили на серебряную медальку. Ну, понятно, я все-таки первый раз как стажер. Но все-таки вроде бы нормально работа была выполнена. Также обязательно отпишись насчет таймлапса. Как тебе? Просто хронометраж полной именно сортировки занимал меня до 2 часов. Ты приблизительно сейчас смотришь в рамках где-то 20-25 минут, не более. То есть 20 часа так аккуратненько тебе жал 25 минут. Если удобно и интересно смотреть, можешь хотя бы за работу прожать лайк. Пока, увидимся в следующем сортировочном видосе.